Поперло. Так, Илюх, крупным планом. Говно, места нашего детства, элеватор. Вот. Конечно, с 92-го все не работает. Тут нет жизни, а при нас тут была жизнь. Ну, мы сейчас есть. Нет, когда мы поменьше были, наше детство. Вот, конец августа. 8 вечера, закат. Несмотря ни на что, на все катастрофы с кораблями, народ на кораблях пьет, корабли пьяные шатаются, вот со стороны в сторону. Крупный, все очень хорошо. Пароход крупным, что-то я херово регулирую. Ты, да ты очень крупно, не бери, не надо. Да, здорово. А песня звучит, если в камере не слышно, с парохода «Оле-оле, Спартак чемпион». Вот сейчас я разворачиваюсь в сторону базирования, к базе. Итого, мы сегодня с Илюхой провели на полностью обустроенной лодке вторую, полноценный второй загреб. Ну, километров, наверное, 15 прошли по той стороне Волги, по пляжу. И вот на закате, на базу. Ну, что вам сказать? Огромное-огромное сожаление, что... Раньше было сожаление, что кроме меня одного никто в Самаре этого не понимает. Но теперь хоть чуть-чуть легче. Теперь мы с Илюхой, но кроме нас это никому не дано почувствовать, вот этот кайф. А как люди с Москвы мимо плывет, таращится, мужики взрослые стоят с детьми, с выводком, с женами. И видно, на лице написано: «Эх, а мне бы так!» Ну, мы не против. В общем, это лето я прощелкал, на следующее лето все-таки лодочки 3-4 надо сделать. Ну, все. Ну, все.